Дядя! Дядя! Чуанер! Чуанер! Дядя! Я верю вам! Верю! Хорошо! Ладно! Дядя! Вам нельзя идти. Но если уйдете, я останусь совсем один. Не на кого положиться. Незачем жить. Потому это я должен признаться отцу во всем. Дядя, если вы пойдете, точно погибнете. Но если я пойду к отцу и попрошу смилостивиться, вдруг в нем проснется родительская любовь ко мне. Даже если не сработает. Дядя, вы нужны мне, чтобы добиться поддержки рода Чан. Вы свяжетесь со своими людьми в армии. Тогда у меня, возможно, будет шанс выжить. Кто знает, вдруг у нас будет возможность повернуть вспять. Дядя... Чуанер, ты стал таким взрослым. Ваше высочество, Гуянь привел отряд гвардейцев для обыска. Пусти их. Пусть ищут. Слушаюсь. Спасибо. Господин, вы мне и отец, и брат. Я делаю то, что велит долг. Я подвел свою жену и детей. Они погибли из-за меня. Я виноват. Я должен отомстить за них. Даже если я отдам за это свою жизнь. Наследный принц будет свергнут. Понял. Помощник министра Гэ вернулся вчера и сообщил, что наследник на самом деле лгал, объявив, что уничтожил предводителей Кровавой Пагоды и показав 13 трупов. Это были не бойцы Кровавой Пагоды, а простые работники, строившие каналы и тайно убитые. Боюсь, Ниньянь был убит за то, что узнал об этом. И этот Гэ Хунин доложил только теперь. Пройдоха. Да, государь, Гу Хэнин знает о своей вине. Он не ждет себе прощения, только просит справедливости для князя Джао. Справедливости? Если б Ниньянь был здесь, ему бы тоже пришлось отвечать. Вэйджи. Есть ли другие донесения? Докладываю, государь. Командующий Цю сообщил, что наследник брал взятки с торговцев лошадьми. Командир Гу... Довольно. Советник Яо, слушаю. Передай гвардии приказ. Заключить Нин Чуаня под стражу до суда. Повинуюсь. Вэйджи, помоги советнику Яо. Составь список преступлений Нинчуаня. Ничего не упусти. Понял? Понял, государь. Вы свободны. Откланиваюсь. Позвольте удалиться. Директор Синь. Слушаю. Я его отец. Ты его учитель. Как он мог стать таким? Как так случилось?
Я виноват. Я просто не понимаю. В прошлые времена принцы боролись и убивали друг за друга. Если император не желал выбрать наследника, потому я выбрал наследного принца сразу после восшествия на престол. Он уже был наследником. Зачем он так поступал? Обманом добыв свой титул. Разве он мог жить спокойно? Обманом? О чем ты, директор Синь? Полагаю, государь, вы не читали доклад командира Гу? Тогда его убедил сдаться князь Чу Нин И. И наследника Дачен выследил тоже князь Чу. Государь-отец, я захватил в плен члена кровавой пагоды Гуяня. Он брат предводителя Гухена. Он может свидетельствовать, что этот младенец — девятый принц Дачен. Князь Чу хотел убедить Гухена сдаться войскам Тяньшен вместе с наследником Дачен. Но Нин Чуань слишком хотел добиться похвалы. Он приказал солдатам армии Чан пустить стрелы. Раненый Гухен упал со скалы вместе с младенцем-наследником. Князь Чу, которому тогда было только 8 лет, тоже был ранен. Вот так Нин Чуань. Как он посмел украсть титул? Многое лето государю! Многое лето наследному принцу! Многое лето, великий Тяньшен! Это моя вина. Меня обманывали 18 лет. В начале вашего правления вы нуждались в поддержке правителя Миньхай. Потому верно было выбрать Нин Чуаня, чья мать была из рода Чан, наследным принцем. Однако, полагаю... Что теперь ты еще не решаешься сказать? Полагаю, если бы наследника не поддерживал род Чан, он не посмел бы принять так много неверных решений. Теперь страна процветает. И если государь решит выбрать другого наследного принца, нужно остерегаться влияния кланов, могущих захватить власть. И кого же, по твоему мнению, я должен выбрать наследником, чтобы не повторить прошлых ошибок? Избрание наследника очень важно для страны. Я не смею советовать. Вот и правильно. Джао Юань, слушаю, государь. Пусть знают все в совете и внутреннем дворце. Кто посмеет рассуждать о назначении наследника, будет арестован. Повинуюсь. Государь. Если у вас нет ко мне иных вопросов, позвольте откланяться. Позвать сюда Нин И. Да, государь. Не трогайте, это конфиденциально. Ваше высочество. А вы уже привыкли указывать. Прошу прощения.
Наследный принц сфабриковал дело о колдовстве, отдайте, чтобы обвинить Нин Цяо. Говорю же, это конфиденциально. Если кто увидит, нас обоих строго накажут. А я и забыл, вы сейчас в фаворе у отца, а я так непочтителен. Все идет так, как вы хотели, и ваша мечта скоро исполнится. Чего еще вам нужно? Правды для Хо Лао Саня? Это сделал Чан Хай. Государь уже знает. Может, вы и узнали, кто отдал команду, но он не был наказан. И вы прикрываете исполнителя. Вы нарушили свое обещание. Князь, вы запугиваете меня? Я же сказала. Ваше желание исполнится. Тот, кто должен быть наказан, будет наказан. А кто невиновен, будет жить в мире. Разве так не лучше для всех? Принцесса Шаанин ничего не знала. Зачем вовлекать ее? Вы считаете, я говорю о принцессе? Как Чан Хай осмелился использовать принцессу, чтобы отравить меня? Вэйджи, Вэйджи, я предупреждал вас. Род Чан из Минхай — главная угроза государю. Я беспокоюсь о вас. В один прекрасный день вы можете погибнуть от рук рода Чан. Ты добился, чего хотел. Доволен? Еще нет. Еще нет? Почему? Не успокоишься, пока наследник не умрет? Или тебе самому нужен титул наследного принца? Мое сердце лишь желает, чтобы старший брат Нин Чуань, благородный человек, был наследником. Если бы все зависело от меня, ничего этого не случилось бы. И третий брат был бы жив. И пятый брат тоже. И мы бы оставались счастливой семьей. Красиво говоришь. Говорю то, что думаю. Что насчет титула наследника? Мне он не нужен. Ты 8 лет готовился к этому. Ты, наконец, сверг наследника. Неужели только ради Нин Цяо? Верно. Почему это так важно для тебя? Что? Почему молчишь? Вы и мой государь, и мой отец. Кто сейчас спрашивает меня, государь или отец? Отец. Мне было всего 8 лет. Когда мама умерла. И с тех пор, как мне стало мамы,
Отец стал избегать меня. Долгие годы лишь Нин Тяо оставался рядом со мной. У меня никого больше не было. Верно, отец. Вы, может быть, не помните этого. Ты винишь меня? Я понимаю. В семье государя отцовская любовь — это роскошь, потому я делал все возможное, чтобы помнить о людях, с которыми мне было тепло. Но... Что? Продолжай. Ты винишь меня? Да. Я виню вас, отец. Я ясно помню, что мой отец когда-то очень любил маму. Но когда болезнь сожрала ее за одну ночь, отец словно обезумел и решил верить грязным слухам о ней. Чего же ты хочешь? Твоя мать умерла от болезни. Что еще тебе нужно? Что? Хочешь расследовать мои дела? Отец, вы утверждали, что мама умерла от болезни, потому что верили, что слухи о ней были правдой. Отец, разве до недавнего времени вы не верили, что Нин Цяо был изменником? А теперь что? Хочешь расследовать смерть матери? Я убежден, что это мой сыновний долг. Если не узнаю все, я не достоин быть ее сыном. А если я не позволю? Не позволит государь или не позволит отец? И государь, и отец. Я запутался. Если это потому, что у вас слишком много сыновей, то вы могли бы отправить меня к маме. Как считаете? Как, отец? Как? Благородная супруга, пришел государь. Сестра, после твоей смерти я должна была заботиться о Нин Чуане. Если возможно, пусть меня накажут вместо него, чтобы он получил прощение. Государь. Я так грущу, что забыла о манерах, не встретила вас. Прошу прощения. Я не сержусь. Я, как и ты, в печали. Можешь подняться. Спасибо, государь. Государыня скончалась больше 10 лет назад. Я ее сестра. Должна была заботиться о Нин Чуане вместо нее. А теперь Нин Чуань совершил такое ужасное преступление. Я тоже виновата и заслуживаю наказания.
Да, Нинчуань разбил мне сердце. А Чанхай, его дядя, даже не пытался его урезонить. Я глубоко разочарован. Я подвел великого князя Миньхай. Он хранит наши границы уже много лет. Страна перед ним в долгу. А я не смог позаботиться о его брате и племяннике. Государь, прошу, не печальтесь об этом. Мой брат уже узнал обо всем и уже написал мне об этом. Что говорит великий князь? Брат был очень расстроен, узнав, что сделали Чанхай и Нинчуань. Его это просто убивает, ведь они оба так дороги моему брату. Что великий князь думает об этом? Брат говорит, любовь жестока. Говорит, чтобы я умоляла вас, государь, расследовать беспристрастно и наказать по заслугам, не быть снисходительным из-за родственных чувств. Государь, вот его письмо. Почему не прочтете сами, а слушаете мой пересказ? Это личная переписка. Нехорошо, если я стану читать ее. Столько всего происходит сейчас. Возможно, я довольно долго не смогу навещать тебя. Почему бы Шенэру не приходить почаще, чтобы побыть с тобой? Тогда ты не станешь так переживать о Нинчуане. Я счастлива, что вы любите меня и заботитесь обо мне. Государь, прошу, позаботьтесь о своем здоровье. Государь возвращается! Передай письмо Шенэру. Слушаюсь. Госпожа, нужно ли что-то еще сообщить его высочеству? Он поймет, что делать, когда прочтет письмо. Слушаюсь. Ну и пусть он сын наложницы. Кто умеет ждать, получает все. Сестра, ты скоро встретишься со своим сыном. Ты счастлива? Я просил государя издать указ об отмене решения, принятого 8 лет назад по делу о колдовстве, чтобы добиться справедливости. Милостью небес, я государь, но еще и отец. Я забочусь обо всех подданных. Как могу не заботиться о собственном сыне? Цзяо Юань, объяви.
Слушаюсь. Советники, небеса повелели мне издать указ. Согласно обычаю, ради чести моего сына и спокойствия моего сердца, с третьего принца Нин Цяо снимаются обвинения в измене. Ему дарован посмертный титул наследного принца Джуаньи. Его останки поместят в родовую гробницу с соблюдением ритуала похорон наследника. Ответственным назначаю князя Чу Нин И. Исполнить немедленно. Благодарю, государь. Наследный принц Джуани на небесах. Он будет горд оказанной честью. Спасибо, государь. Спасибо, государь. Многое лето, государю. Поднимитесь все. Спасибо, государь. Государь. По результатам расследования левого министра Яо с помощниками, ясно, что наследник намерен был восстать. Теперь это очевидно. Я, наставник наследника, подвел государя. Не сумел исполнить свой долг. Потому прошу, государь, прикажите наказать и меня. Я, император, слишком доверял своему сыну. Потому вероломные советники использовали его в собственных интересах. Потому... Я тоже виноват. Вэйджи, зачитай указ. Повинуюсь. Советники. С тех пор, как императоры стали пастырями народа, все они выбирали старших сыновей наследниками себе. Были беспристрастны ради страны, выбирали наследника по справедливости, поскольку наследник важен для всей страны. Его назначение или отставка определяет судьбу народа. Принц Нин Чуань, мой старший законный сын и наследник, получил должное образование и воспитание, но он сбился с пути истинного и запятнал свою репутацию, отталкивая честных, приближая бесчестных. Не делая добра, совершил все зло, какое сумел. Первый год эры Чанси принц Нин Чуань был наделен титулом за убийство наследника Дачен. Но теперь, согласно показаниям командира гвардии Гуяня, выяснилось, что то было делом рук князя Чу Нин И. Нин Чуань солгал государю. И это его первое преступление. Став наследным принцем, он тайно покровительствовал кровавой пагоде и приказывал убивать его оппонентов в Совете. За 10 лет им были убиты 36 высших сановников. Покровительство убийцам и смерти государственных мужей – его второе преступление. В 10-м году Тяньшен, третий принц Нин Цяо, узнал об этом. Чтобы замести следы, Нин Чуань приказал князю Цзяо сфабриковать дело о колдовстве, чтобы обвинить Нин Цяо в измене. Тысячи служащих и членов их семей пострадали. Не чтя братские узы, Нин Чуань причинил вред тысячам невинных. Это его третье преступление. Наследник Нин Чуань не дорожил доверием государя. Он оболгал брата и убил его людей. Он не повиновался государю и чинил беспорядки во дворце. Отныне он лишен титула наследного принца и будет заключен в темницу Цзунчжэн до конца своих дней.
Вы так настрадались, брат. Простите, что пришел лишь сейчас. Настрадался нисколько. Я уверен, что отец однажды оправдает меня. Я старший сын его законной супруги. Отца обманули эти подхалимы. Рано или поздно он выпустит меня из Цзунчжэн. Мне не нужна твоя жалость. Вы правы, брат. Вы старший сын покойной государыни. Никто вам не ровня. Но сегодня... Только потому, что моя мать упросила отца, нам позволили принести вам немного еды. Государь разрешил в виде исключения навестить вас в темнице Цзунчжэн. Твоя мать, благородная супруга Чан, всего лишь наложница. Когда это я просил ее о помощи? Чуанер, почему ты все никак не придешь в чувство? Если бы Нин И не рассорил тебя с Нин Шеном и Нин Янем, разве ты оказался бы здесь? Дядя, у вас все в порядке, Чуанер? Поблагодари Шенера. Государь теперь не доверяет мне. Лишь благодаря заступничеству благородной супруги я смог проникнуть в эту темницу и повидаться с тобой. Ну же. Брат мой, я знаю, вы сейчас очень расстроены. Потому не придам значения тем словам, что вы мне сейчас сказали. Потому что и я, и моя мать... Желаем, чтобы вы выбрались отсюда. Второй брат, я высоко ценю то, что вы с благородной супругой сделали для меня. Пока вы верите мне, я все сделаю для вас. Дядя, времени для наших планов осталось не так много. Планов? Каких планов? Что вы собрались делать? Нин Шен, как ты пронес сюда нож? Дядя, что вы задумали? Брат мой, мы пришли освободить вас из этой темницы. Чуанер, не беспокойся. Я приказал командирам у Южных Ворот собрать солдат и ждать нас за стенами темницы. Освободить меня? Привели солдат? Вы не спасете меня. Вы хотите, чтобы я стал изменником? От этого я не смогу отмыться никогда. Если отец еще любит меня, хоть немного, после такого никогда меня не простит. Брат мой, я не хочу, чтобы вы умерли здесь в одиночестве. Этого не случится! Отец не будет так жесток ко мне. Он точно когда-нибудь выпустит меня. К тому же дядя Чан Юань еще может помочь мне. Дядя Чан Юань написал вам, что он говорит? Дядя, расскажите брату всю правду. Всю правду? Дядя Чан Юань сказал, это правитель Миньхай. Придумал, как вызволить тебя отсюда. Правда? Ваше Высочество, идемте отсюда. Я увезу вас в Миньхай. Ладно. Если великий князь распорядился, я пойду с вами. Идем.
Ваше высочество, князь Чан, не двигаться! Не двигаться! Всем стоять! Князь Чан, отпустите его высочество! Иначе мы с братьями погибнем! То, что вы творите, лишь повредит первому принцу! Убирайтесь с моей дороги! Назад! Тот, кто сдвинется с места, будет виновен в смерти князя Янь! Не шевелиться! Покушение на наследника! Стражи, сюда, скорее! Государь, выпейте чаю. О! Я виноват. Я виноват. Я сам был неосторожен. В чем твоя вина? Государь. Я служу вам уже много лет. Что бы с вами ни случилось, неважно, что было причиной, я буду виноват. Простите, князь. Ваше высочество, идемте. Дядя, вы читали письмо великого князя? Читал. Он пишет, что я сам виноват и не заслуживаю спасения. Я знаю. Великий князь просил вас позаботиться об интересах рода Чан и порвать все связи со мной. Дядя, почему вы его не послушали? Теперь, когда род Чан отвернулся от меня, даже если я выйду отсюда с вами, куда в этом мире я пойду? Ваше высочество. Ваше высочество. После этого письма я решил рискнуть. Иначе, Чуанер, ты бы никогда больше не увидел солнца. Принц, не мешкайте. Давайте сначала доберемся до Минхай, а там я попрошу брата позволить вам остаться. А после уже подумаем, как повлиять на государя. А если он не передумает? Тогда будем считать, что вы сосланы в Минхай. И будете жить там без забот. Жить без забот? Дядя, вы прекрасно знаете, что великий князь неумолим. Он не передумает, как и мой отец. Без забот? В лучшем случае я останусь жив. Теперь мы с вами, советник, изменник и сын-бунтовщик, найдем смерть везде, куда бы мы ни шли. Ваше высочество, перестаньте сомневаться. Обсудим это, когда покинем столицу. Скорее! Командующий Чан, у меня, Нинчуаня, ничего не осталось. Ответьте мне, вы пойдете за мной, куда бы я ни шел? Конечно. Хорошо. Еще вопрос. Будете ли вы всегда на моей стороне? Неважно, что я решу делать.
Я, Чанхай, буду защищать ваше высочество до последнего вздоха. Чем становиться изгнанником, я лучше ввяжусь в последний бой. Проверю, на чьей стороне небеса. Чанхай разделит с вами принцип провал и удачу. Командующий Чан, слушай мой приказ. Слушаю! Приказываю собрать все свои войска и готовиться биться насмерть. Mm-hmm.